12 лет тюрьмы грозит отцу за то, что он свозил своего ребенка на море. Как я говорил, говорю и продолжаю говорить, становится все хуже и хуже. А у меня в гостях Вячеслав Клюев, адвокат, священник и защитник этого самого отца. Подробности этой истории с отцом, который попытался съездить на море, а в итоге оказался обвиненным в похищении собственного ребенка, уникальный случай в истории России, будут обсуждены 14 апреля 2021 года в 11 часов на пресс-конференции в общественной службе новостей. Предполагается пресс-конференция, на которой примут участие представители различных отцовских объединений и выскажутся так иначе по вот этой складывающейся ситуации, по этому уникальному уголовному делу, которое, безусловно, все больше и больше привлекает внимание общественности на сегодня. Я предлагаю также всем посмотреть эту пресс-конференцию и в дальнейшем как-то тоже высказаться и свою гражданскую позицию проявить по данному делу. Все полезные ссылки вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии, а полную версию разбора этой всей ситуации смотрите буквально через несколько дней на этом канале. Увидимся!